Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников. Ричард Редгрейв, английский живописец, теоретик искусства, член Королевской академии художеств. Родился в Лондоне, второй сын Уильяма Редгрейва и младший брат Самюэля Редгрейва. Сначала работал в компании своего отца. Работая на производственной фирме своего отца, он посетил Британский музей, чтобы сделать там рисунки мраморных скульптур. Я цитирую переводную Википедию. В 1826 году поступил в школу Королевской академии художеств. В 1830 покинул компанию отца и начал зарабатывать на жизнь преподаванием. Первые успешные картины «Гулливер» на столе крестьянина находится в музее Виктории Альберта в Лондоне. Ричард Редгрейв хорошо известен благодаря своим пейзажам, изображал в основном английскую деревню, и тому, что одним из первых показал униженное положение женщин в обществе. Это швеи, модистки, продавщицы, одинокие матери. В 1847 году преподавал в качестве лектора и учителя ботаники в Государственной школе дизайна. Стал директором школы в 1848 и художественным руководителем в 1852. Был генеральным инспектором по искусству в Департаменте науки и искусства. Первый хранитель картин в музее Южного Кенсингтона. Сыграл большую роль в создании этого учреждения. Редгрейв получил крест почетного легиона после работы в исполнительном комитете британской секции парижских выставок 1855 года. Был королевским инспектором, сюрвейером. Это термин страхования, обозначающий инспектора или агента страховщика, осуществляющего осмотр имущества, принимаемого на страхование. Его доходы обеспечили внушительный дом у ворот Гайд-парка с видом на парк в одном из самых престижных районов Лондона. Дети Эвелин Лесли Редгрейв и Фрэнсис Редгрейв были знаменитыми художниками. В 1869 году ему предложили рыцарское звание, но он отказался. Умер на улице Гайд-парк, 27, Кенсингтон, Лондон, 14 декабря 1888 года и похоронен на Бромптонском кладбище. К столетию со дня смерти в Англии прошли большие ретроспективные выставки Редгрейва в музее Виктории Альберта и Йельском центре британского искусства. Надо сказать, что полотна Редгрейва идеально отвечали вкусам широкой публики, не очень разборчивой по части профессионализма, но чрезвычайно взыскательной в морально-этическом отношении. Не менее ярко талант Редгрейва проявился в пейзажах, в которых преобладают пасторальные мотивы. Вот так вкратце, так выборочно, может быть, из различных интернет-издания и Википедии о Ричарде Редгрейве, английском живописце, теоретике искусства, члене Королевской академии художеств, главном эксперте Королевского собрания картин. Он также собственноручно каталогизировал большинство картин коллекции. В 1866 году вместе с братом Самюэлом Редгрейв написал и опубликовал труд «Век живописца», в котором собрал уникальные сведения об английских художниках 18-19 веков. Ну, пожалуй, все о Ричарде Редгрейве, что мне удалось найти. Смотрим его работы. Пока-пока, до свидания.